первых минут матча футболисты дали понять, победу будут отстаивать серьезно. Счет открыл Евгений Муравский, игрок футбольного клуба «Анапа», на 34-й минуте, забив с назначенного пенальти. Чуть позже команде «Понтас» удалось сравнять счет, но к концу первого тайма мяч еще раз оказался в воротах витязевской команды. Во втором тайме борьба усилилась, и начавшийся дождь не помешал. Команда «Анапа» одну за другой уверенно отражала атаки и в конце игры вновь взяла инициативу, забив третий гол. Итог встречи 3-1 в пользу городского клуба. Теперь в активе нашей команды 19 очков и четвертая позиция в турнирной таблице. До встречи команды имели равное количество очков и в турнирной таблице располагались друг за другом, поэтому каждый забитый гол имел решающее значение. Ближайшая домашняя игра состоится уже в эту среду в рамках 1/4 Кубка Краснодарского края.